Мы приехали сегодня в центр Льежа погулять. Но сегодня здесь оказалось очень много народу, потому что день выходной у многих. Вчера был праздник. Но мы немножко вам все равно покажем, хоть и столько народу. Да? Алиса уснула немножко еще сонная, но сейчас она разгуляется. Иди побегай, ты можешь побегать здесь, посмотри. Здесь машины не ходят, но только недалеко, вокруг. Вот этот самый центр Льежа. Раньше мы здесь жили, вот это катедраль 18 века, это центральная площадь Льежа. Я не буду близко подходить, там очень много людей, но примерно так. И вот здесь всякие магазины, люди вот устали, сидят, отдыхают, они устали ходить по магазинам. Здесь был раньше Квик, его куда-то дели. Куда-то дели Квик, или он есть? Нету больше Квика? Смотри, Квика больше нет. Мы пойдем в другой. Но здесь есть вот там всякие такие улочки небольшие. Но мы сейчас по ним походим все-таки. Зайдем в какие-то магазины. Да? Пойдем, Алис, пройдемся. Алис, когда мы жили в Льеже, здесь не было столько народу. Даже в выходной. А сейчас мы здесь по этим улицам раньше ходили в школу каждый день со старшими детьми. И что здесь сейчас творится, это невероятно. Здесь, слава богу, пешеходно. Слава богу, такие пешеходные улицы, машины не ездят. Здесь можно ходить спокойно и можно не держаться за руку. И здесь сколько народу, надо же. И вот там, если прямо пройти, еще одна центральная площадь Льежа. Ну, это любимый магазин Justin Clerc. И здесь всякие комплектушки для девочек. Это тебе шапка? Как у папы? Маленький пони, что еще? Ой, какой красивый динозавр розовый. Это динозавр или кто? Дай посмотреть, Алис. Дай я посмотрю, смотри, хорошенький. Давай посмотрим, это дракончик. Дракончик розовый. I hold your phone. А это вообще для телефона сова. Сова подставка для телефона. Это не игрушка, это подставка. Вот такие собачки, совы. Кошечка, ну можно, ты хочешь белую? Подними шапочку, пожалуйста, Шустин. Я хочу Алис шапочку, нам нужно шапку, у нее нет коски. Ну-ка, давай, как раз тебе. Посмотри, как она меня подходит тебе. На наши кудряшки налазит такая шапка. Ну-ка, посмотри, небольшая, Алис. По-моему, большая, сваливается. С этих кудряшек все соскальзывает. Любая шапка. Это волшебная палочка. У тебя такая есть дома? Хочешь волшебную палочку? Давай другую хотя бы. Какую-то другую. Вот эту со звездочкой. Ну-ка покажи-ка, она зажигается, звездочка? Светится? А, здесь так, она будет светиться, да, потом. Да, здесь лампочки будут гореть. Она будет гореть. Сейчас не надо, нужно бумажечку вытаскивать, чтобы была такая лампочка. Не, ну такую, это сумка большая, у тебя такая корова есть, Алис, такую миньона. Очки, как у миньона. Да, вот так надевается. Шарик, это не шарик, это блеск для губ. Это блеск для губ, моя хорошая. Тебе нравится? С сердечками, да? Ничего, красивее. Ну-ка, покажи.
Ничего, да. А мне нравится с роботом. Вот есть симпатия. Я боюсь, скажи, я укурдера хочу. Медальончики, лучшие друзья. А это что? Это какая-то печенька, по-моему, сейчас у тебя. Best friend. Best friend. Ну да, симпатично. Алис, ты чего набрала туда? Так, это уже набрала, посмотри на нее. Это зачем тебе вообще? Посмотри. Вот это что? Это кошелечки. Зачем тебе? Целых два еще. Это Мария, это... Какие-то кошелечки. Это брелочки, три человечка. Зачем тебе сразу стоит? Кошелечки зачем? Кошелечки не бери. Но человечков можешь взять, кошелечки положи. А вот смотри, даже есть тут. Машина с конфетками. Чик-чик-чик-чик. Нравится вот этот. Best friend. Это слишком. Давай. Кошелечки мы передумали. Посмотри, Алис, ты можешь... А здесь какой-то концерт, то ли был, то ли будет. Да? Или будет, наверное, какой-то... Да, сегодня же, наверное, тоже праздник. Или вчера был. Вон оставили сцену какую-то, да. Да, мы пойдем в Квик сейчас. Я хочу в Квик. Куда хочешь? Не хочешь в Квик? Нет? Это галерея Сан-Ламберт, это тоже центр города, но это мы с другой стороны от главной площади. А ты куда хочешь, Алис? Везде очень много народу, я хочу уже покушать пойти. Шоколадная. Шоколадная? Хорошо. Алис, тебе шоколадное мороженое? Ку-ку. А теперь... А мне милкшейк, наверное. А теперь тебе... За столик идите. Там впереди есть столики, которые выходят вот на улицу вот так. Пройдете здесь. Садитесь. Ой, а темно, а здесь чего-то так? Ничего не видно. Как-то темно уже стало. Пока мы ждали это мороженое, действительно уже темно стало. Да, мой хороший? Мы стояли за одним стаканчиком мороженого, вот шоколадного, один милкшейк, и смуси твое делалось у нас полчаса, да, Жестин? Хотя бы вкусный он в итоге. Этот смуси, папайя, манго, банан, клубника. Здесь какой-то концерт будет вечером. Сегодня или нет? Только не чумаскайся, хорошо, моя зайка? Кушай аккуратно, волосы, давай уберем. Подожди. А где твои заколки красивые, которые мы купили? Давай заколем, чтобы волосы не лезли. Покажи свои красивые заколочки. Это мы в Клерс купили вот такие красивые Little Pony. Поверни голову, я тебя сниму, как красиво. Вот такие разноцветные волосики у нас приколоты. И такие заколочки красивые, да? Эй, Little Pony, ты кто? Ты какая? Это какая пони? Rainbow Dash. Rainbow Dash. Рейнбо Даш, у тебя вкусное мороженое. Мама, ты можешь? Пальчики не обрисуют. Даже нос у нее в шоколаде. Опа. Зубодики, Жустин. Это и так понятно. Она там еще. Что мы еще в Клерс купили? Вот динозаврика. Розовый динозавр. Это Жестин купила для своей подружки Best Friend. Для себя и подружки лучшие друзья. My Little Pony, да, моя хорошая? Серьги. И серьги, покажи-ка, с такими сердечками, с которых оно держится. Одно держится очень плохо и отваливается. А еще, что еще? Олис. И вот еще Олис себе взяла такую сумочку. У моей могу я попробовать сейчас? И вот это я даже не видела, Алис бросила в сумку. Best friend какие-то. Ты можешь, пожалуйста, мне помочь? Сейчас прямо хочешь надеть? Ну да, сейчас наденем. Давай. Так, Алис пошла кокетничать с автоматчиками опять, по-моему. Я схожу, поищу ее. А вон она за голубями бегает.
У нас везде автоматчики теперь после этих терактов. Полиция Льежа. Это магазин для Алис. Алис де Лис. Алис, не беги, там машины. Давай-ка. Здесь мы вышли на центральную площадь. Льежа. Давай руку, там машины, Алис. На Сан-Ламберт. Вот здесь самый центр Льежа. Давай чуть-чуть пройдем здесь. Вот это вот Палей де Жюстис, дворец правосудия. Оу! Видишь сейчас. Здесь такой трамвайчик прогулочный. И очень много народу. Там какие-то шатры вечером будут концерты, потому что праздники. Но мы здесь немножко пройдемся. Магазины уже все закрыты, мы просто пройдемся. Вот такая центральная площадь Льежа. Когда вы видели ее и катедраль, то можно сказать, что вы уже видели весь центр Льежа. Ну, вот такая вот.